И печальная новость. На 77-м году ушел из жизни талантливый руководитель, профессионал высочайшего класса Алексей Андреевич Рученко. В прошлом топ-менеджер комбината, чья трудовая биография представляет яркий пример служения принципам законности. За 30 лет работы на ММК Алексей Андреевич внес огромный вклад в становление и развитие нормативно-правовой базы комбината и прошел путь от юрисконсульта до директора по интеграционной политике. Без малого 15 лет Алексей Андреевич Рученко работал в юридической службе ММК, начав трудовой путь в 1975 году в должность юрисконсульта. Возглавлял юридический отдел ММК в сложные перестроечные годы. С 1989 года под руководством заместителя генерального директора Алексея Рученко прошло становление внешнеэкономической деятельности комбината. С 2000 года назначен директором по интеграционной политике ММК. Награжден орденом Дружбы, орденом Почетный знак Петра Великого, почетный пенсионер ММК. Алексей Андреевич был талантливым руководителем, требовательным и внимательным наставником, знал нужды и проблемы каждого, был успешным инициатором и организатором, одним словом, профессионалом высшей пробы. Слова соболезнования выразил председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Виктор Филиппович, в частности, сказал: «Это был неординарный и масштабный человек, искренний патриот магнитки, надежный коллега и друг, который на протяжении многих лет отдавал свои силы и знания развитию Магнитогорского металлургического комбината». Прощание с Алексеем Андреевичем состоится в среду, 19 июля, в траурном зале по адресу улица Советская, 94.